Hello. Предлагаю сегодня немного поиграться. Тут получается, значится одновременно и в игры, и на тарабанах. Игра будет называться «Вопрос-ответ». Осталось понять, умеет ли ваша нога задавать вопросы, потому что именно ей придется начинать диалог. Левая же рука при этом будет отвечать, давая три варианта ответа. Правая рука будет играть просто что-то свое. Это, видимо, шум толпы на фоне двух других спорящих конечностей. Итак, начнем. Запустим правую руку 16-ми нотами. Бочка и рабочий при этом будут играть по очереди рисунки, с которыми мы уже сталкивались ранее. Чтобы подытожить эту дискуссию, срыгаем по 4 ноты в каждой четверти. Goodbye.